Около часа назад в интернете появилась очень печальная и трагическая новость. Эта новость очень быстро набирает просмотры по всему интернету. Скоро об этом будет знать весь мир. Нам стало известно о том, что сегодня рано утром возле своего дома, в своем автомобиле, в бессознательном состоянии был найден российский актер Алексей Серебряков. Его оттуда же увезла скорая помощь. Его обнаружили его соседи, которые увидели, что он лежит головой на руле. Они подошли поинтересоваться, в чем дело, и уже поняли, что он находится без сознания. Сейчас актер находится в больнице, информации пока очень мало. Уже сообщили родным, но родные пока никак не хотят прокомментировать эту ситуацию. Давайте, друзья, в любом случае мы поддержим Алексея Серебрякова. Будем надеяться, что с его здоровьем все будет хорошо. Подписывайтесь на наш канал, ведь только на нашем канале вы сможете увидеть самые интересные новости российского шоу-бизнеса. Уже завтра утром мы расскажем вам более подробнее, что же с ним все-таки случилось. А перед этим я рекомендую вам подписаться на наш канал, чтобы не упустить из виду все выпуски, которые выйдут завтра на нашем канале. До скорой встречи, дорогие зрители!